Добрый день, милые дамы и уважаемые господа. С вами Светлана Амельян, автор проекта «Избави вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В преддверии Нового года, года, который по восточному календарю посвящен собаке, мы решили провести заключительный месяц 2017 года в поклонении собаке. И поэтому мы проводим бесплатный марафон и бесплатно открытые вязальные креативные посиделки, посвященные собаке. Если вязальные посиделки у нас уже стартовали, и мы связали новогоднюю собаку номер один, и 20 отчетов у нас уже здесь есть, то в плане посиделок у нас еще связать 5 собачек. И это будут собака-шарф, собака-шапка, собака-шар и собака-пирамидка. Но это все мастер-классы на один зубок, на 1,5-2 часа. А самое интересное, это, конечно же, марафон. Марафон, который мы назвали «Атипичная собака». И посвящен этот марафон тому, что мы будем вязать собачку, но немножко, ну, как обычно, с креативным дизайнерским уклоном. И поэтому вы можете присоединиться к любым нашим проектам и вязать вместе с нами. Для того, чтобы попасть на марафон «Атипичная собака», переходите по ссылке под этим видео, делайте репост рекламной записи, которую вы видите на экране, и пишите нам на почту postsobaka.izbavizalnya.ru о том, что вы хотите участвовать. Единственное ограничение – это то, что почта участников должна быть только с Google. Ну, а дальше все зависит от вас. Дойдете вы до конца или не дойдете. Но креативную вязаную игрушку мы вам гарантируем. Напомню, что марафон начинается 11 декабря. После этого присоединиться к марафону будет невозможно. С вами была Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля.